Это крутое изобретение поможет сделать ваши вещи уникальными. С помощью этого лазерно-гравировального мини-станка можно создавать персональные подарки, выгравировать имена и фотографии. Станок гравирует любые материалы, кроме металла и камня. Например, дерево, бамбук, бумагу, пластик, кожу, резину и даже апельсиновую корку и пирожное. По весу это чудо легче телефона, удобно помещается в ладони, питается от пауэрбанка и управляется мобильным приложением через Bluetooth. Так что лазер не требует подключения к компьютеру, не нужен кабель для передачи данных и его удобно носить с собой. А это электрический водяной насос. Теперь, чтобы налить чистой воды из большого и тяжелого бутыля, не нужно прилагать много усилий. Достаточно просто установить сверху насос и нажать одну из кнопок, чтобы наполнить небольшой стакан или чайник. Диспенсер имеет встроенный литий-аккумулятор на 1200 мАч, а также USB-кабель для зарядки. Еще устройство можно подзарядить от обычного пауэрбанка. Вот прикольная и милая Bluetooth-колонка, и выполнена она в виде ретро-самолета. Эта малышка имеет встроенную батарею емкостью 500 мАч, что позволяет слушать музыку без подзарядки до 8 часов. И благодаря своим небольшим размерам, ее удобно брать с собой. Следующий необычный товар поражает своей многофункциональностью. Это и будильник, и Bluetooth-колонка, и радиостанция в одном флаконе. Но главная особенность этого чудо-устройства в его дизайне. Вы можете самостоятельно создать пиксельную картинку или анимацию с помощью мобильного приложения, а различные встроенные визуальные эффекты отлично развлекут вас и ваших гостей. В дополнение к этим эффектам на устройство можно записать голосовое сообщение и даже играть в игры. А эта вещица понравится тем, кто любит изучать окружающий мир. Также ее оценят ювелиры или коллекционеры мелких вещей. Это карманный микроскоп, который позволяет увеличить изображение в 100 раз. На корпусе микроскопа имеется зажим для телефона, и можно вывести изображение непосредственно на экран вашего смартфона и разглядеть в мельчайших подробностях произведение искусства или окружающего мира. Это интересное изобретение превратит ваш обычный велосипед в электрический. Колесо выполнено из двухстенного алюминиевого сплава, имеет двигатель на 48 вольт и 1500 ватт. Оно развивает скорость в 65 км в час. Также в комплекте идут тормозные рычаги, LCD-дисплей и электрический замок. А приятным бонусом к этому набору станет инструкция на русском языке. А эта прикольная одежда пригодится тем, кто еще не научился ходить. Это специальный комбинезон для ползания. Благодаря специальным мягким нашивкам у вас всегда будет чистый пол, да и малышу будет комфортно ползать. Такая вот забавная и полезная вещица. Следующий аксессуар создан для того, чтобы облегчить труд фотографа. Это плечевой ремень для камеры. С таким ремнем через плечо вес камеры распределяется равномерно вокруг тела, и ваши плечи не так будут болеть. Также на ремне есть карманчик, в котором будет удобно хранить карты памяти. А это настоящие невидимые чернила. Ими можно оставлять скрытые послания для ваших друзей на бумаге или наносить метки на кожу в качестве идентификации посетителей вашей вечеринки. А прочитать это все можно при помощи ультрафиолетового света. Также такие чернила можно использовать для боди-арта и создавать эффектные росписи на теле человека. А еще эти чернила абсолютно безопасны для здоровья. С этой крутой штуковиной можно отлично провести время, не выходя на улицу. Это летающий аэромяч для футбола в домашних условиях. Внизу диска образуется поток воздуха, который удерживает мяч над поверхностью
и позволяет ему хорошо скользить над гладкими покрытиями, например, деревянными или ламинированными полами, плиткой и даже ковром с невысоким ворсом. А поролоновый ободок защитит вашу мебель от повреждений при столкновении с мечом. Также Aerobool имеет прикольную цветную подсветку для игр в темноте и питается от 4 пальчиковых батареек, которые легко заменить. Следующее изобретение пригодится вам для того, чтобы очистить машину от налипшего снега и льда. Конусообразный скребок очистит стекла вашего автомобиля намного быстрее, чем привычный всем традиционный. Данный скребок сделан из пластика, он очень легкий и его удобно держать в руке. Для удаления снега достаточно водить круговыми движениями широкой частью скребка по стеклу. Вторую его сторону можно использовать как ледокол. А приятным бонусом является то, что он может служить еще и воронкой, например, чтобы добавлять жидкость в бачок омывателя. Эта беспроводная вертикальная мышь станет хорошим приобретением или подарком для людей, которые длительное время проводят за компьютером. Эргономичный вертикальный дизайн позволит во время работы держать руку прямо и размещать кисть на мышке естественным способом, что в свою очередь предотвращает развитие туннельного синдрома кисти. А этот товар с AliExpress часто используется в рекламной сфере, но и в быту он тоже пригодится. Гибкая магнитная лента имеет клевую основу, благодаря которой надежно крепится практически к любой поверхности. Такой гибкий магнит можно использовать для подделок и сувениров на холодильник, чтобы прикрепить записку или оформить доску объявлений. А также вы можете написать в комментариях, где еще можно применить эту чудо-ленту. А следующий полезный аксессуар пригодится вам, чтобы убрать пыль и грязь с мелких предметов в доме. Эта насадка для пылесоса в виде гибких трубочек эффективно всасывает пыль и мусор с неровных поверхностей или с труднодоступных мест, и при этом она не всасывает нужные вам предметы. Щетка достаточно компактная и легко поместится на любой полке или в автомобиле. Вот компактная беспроводная клавиатура, ее можно подключить посредством Bluetooth к любой из популярных операционных систем, таких как Windows, iOS или Android, и воспроизводить набранный вами текст в любом текстовом редакторе. Клавиатура очень компактная и легко поместится в карман рюкзака или сумки. В сложенном виде ее длина составляет 16 см, а ширина 8,5. В рабочем же виде клавиатура увеличивается в 2 раза. А это крутое изобретение по достоинству оценят туристы, рыболовы и грибники. Это многофункциональная лопата для выживания. В этой модели представлен весь перечень необходимых инструментов и даже больше. Помимо непосредственно лопаты, здесь найдутся пила по дереву, две отвертки и две открывалки для консервов, огниво с ферроцирконевым стержнем и компактный жидкостный компас. С этим видом транспорта можно отлично провести время, ведь это же настоящий спортивный автомобиль. У него даже двери открываются, как у оригинала. Управлять этой машиной можно как непосредственно находясь в ней, так и с помощью пульта дистанционного управления. Машинка оснащена прикольной функцией качания, имеет 2 удобных кожаных сиденья и ремни безопасности. Один только минус – прокатиться в ней сможет не более 2 человек с общим весом до 50 кг. А вот еще какое многофункциональное устройство придумали китайцы. Это Bluetooth колонка, и с помощью нее можно не только слушать музыку с телефона, но также любимые радиостанции или использовать ее как powerbank, ведь емкость аккумулятора у нее целых 6600 мАч. А ее корпус можно вкрутить в песок на пляже и спрятать туда ценные вещи, например, бумажник или мобильный телефон. Также в корпусе можно спрятать прохладные напитки, чтобы они не перегрелись на солнце.
А это часы для тех, кто любит все необычное. В этих часах не используются стрелки. Для отображения часов, минут и секунд здесь отведена своя шкала, которая подсвечивается, указывая точное время. И тем самым создается эффект звездного неба или постоянно движущихся планет по своим орбитам. Часы идут с красивым металлическим браслетом и привлекательно смотрятся как на женской, так и на мужской руке. Следующая вещица подойдет тем, кто придерживается здорового питания. С этим полезным распылителем растительного масла вы теперь не будете перерасходовать данную жидкость и значительно сократите калорийность приготовленных блюд. А снижение калорий прекрасно скажется на общем состоянии вашего организма. Также с таким распылителем станет удобнее готовить различные виды пищи. Если вам понравилось, то ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал, пишите комментарии, и у вас появится шанс выиграть классный приз из этого ролика. Итоги будут в сообществе после того, как наберем 1000 лайков. Желаю всем успехов и пока-пока.